Самара встречает гостей. В столицу региона в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приехал Новосибирский драматический театр на Левом берегу. Участие сибиряков в «Больших гастролях» дебютное. Они привезли 4 детских спектакля: «Золушка», «Кот в сапогах», «Муха-цокотуха» и сказ о русском солдате Иване, «Фрице рыжем лисе» и «Материнском хлебе». Последние из них покажут в преддверии Дня скорби и памяти. У меня видела задача заинтересовать детей темой войны, чтобы они потом стали узнавать. То есть вначале это детский спектакль, это детская сказка, поэтому враги там жутко плохие. Наши, естественно, исключительно хорошие и молодцы, и все такое прочее. Ну да, может быть, немножко упрощенно, но так детям так и надо. Практически каждый ребенок с детства не просто знает эти сюжеты, на этих сказках образуется сознание, рождается человек. Наш театр с большим пониманием относится к этой теме, к теме воспитания. Визит театра в город на Волге ответный. Напомним, что в апреле в Сибирь ездили самарские актеры. Рассказывают, с театром на Левом берегу подружились, а публика тепло приняла спектакли. Гастроли прошли замечательно, потому что это удивительный зритель. Мы очень благодарны новосибирским ребятам, которые приходили на наши спектакли, поддерживали нас всячески. Но прежде всего это обмен энергиями, обмен опытом, обмен заразительностью любви к делу, которое мы делаем. Гастроли Новосибирского драматического театра на Левом берегу продлятся в Самаре до 21 июня. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.